Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Геба и Амур, мраморная группа Шаппера. По-гречески Геба означает «юность», поэтому Геба – богиня юности. Она была дочерью Юпитера и Юноны и обыкновенно подавала нектар богам. Однажды, подходя к Юпитеру с божественным напитком, она упала, и этим обстоятельством было так сконфужено, что отказалась впредь исполнять свою обязанность. Тогда Юпитер заменил ее Ганимедом. Впоследствии она сделалась супругой Геркулеса. Прекрасная мраморная группа Шаппера имеет лишь косвенное отношение к этому греческому мифу. Это скорее жанровое скульптурное произведение. Талантливый скульптор изобразил Гебу и Амура, напояющих нектаром голубей Венеры. Геба держит сосуд с напитком перед облокотившимся на нее Амуром. Один голубь уже подлетел к сосуду и пьет напиток, в то время как другой еще только пробирается к нему, поместившись на плечи Амура. Необыкновенная грация Гебы и Амура производит самое приятное впечатление. В особенности хороша голова Гебы, несколько наклоненная на бок, с красивой античной прической. Ее лицо чуть-чуть улыбается. Она в самом деле есть олицетворение юности, а Амур составляет ей естественного спутника, подобно тому, как любовь есть вечный спутник юности. Группа эта обратила на себя внимание на берлинской выставке 1886 года. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.